Аксель, сегодня вы дебютировали, выйдя на поле на 69-й минуте. Как ощущения? Учитывая, что мы проиграли, конечно, не самые лучшие. Но сегодня я впервые играл за «Зенит» на Петровском, и болельщики поддерживали нас очень здорово. Атмосфера была просто великолепной. Так что вдвойне жаль, что мы не смогли отблагодарить их победой. Можно теперь сказать, что худшее позади? Да, начиная с завтрашнего дня, мы возвращаемся к работе и готовимся к следующему матчу в Лиге чемпионов. Что было сегодня, то прошло, а нам нужно смотреть только вперед. Что удивило вас сегодня в атмосфере на стадионе? Отличалась ли она от того, к чему вы привыкли? Повторюсь, болельщики были просто великолепны. Мне понравилось, как они пели сначала на одной части трибуны, а потом на другой. Они поддерживали нас, несмотря на то, что мы проиграли, и аплодировали в конце игры. Надеюсь, они всегда будут за нашей спиной и продолжат в том же духе. Вы играли на позиции полузащитника. Каково было появиться на поле с новыми партнерами? Комфортно? Никаких проблем не было. Я всегда играл на позиции опорного полузащитника и прежде, так что знаю, что нужно делать. Все в порядке. Терек вас сегодня удивил? Играть против них непросто. Они приехали сюда, встали в 11 человек и играли на своей половине поля. Для нас было не так легко играть в свою игру, так как у нас не было пространства. А они забили два гола на контратаках. Расстроены наверняка таким счетом. Не лучший дебют. C'est normal que je suis pas content. Когда проигрываешь, ты никогда не рад. Но я вышел на поле, и даже несмотря на поражение, мы все равно должны двигаться вперед и продолжать работать. Хватило ли двух тренировок для того, чтобы почувствовать партнеров? Ну, два дня не так много, но я чувствую себя хорошо. Ребята отлично приняли меня в команде, так что я не думаю, что какие-то проблемы, связанные с этим, сегодня были.